Зараз ви побачите дещо незвичне. Ну, погодьтеся, де ви ще побачите людей різних професій у ролі артистів. Сьогодні, звичайно ж, на цій сцені і під ваші бурхливі оплески я запрошую на цю сцену працівників комунального підприємства «Центральна міська лікарня». Добрый вечер, уважаемые наши гости и жители нашего любимого города Люботин. Мы представляем Люботинскую центральную городскую больницу. И от всего нашего дружного и большого коллектива хотим вас поздравить с этим замечательным праздником. Мы пришли вас развлекать и про больницу нашу рассказать. Вот пришли мы на работу, улыбнулись всем, пересменку провели, на планерку к нашему главному доктору пошли. Назначение нам вручили, указания получили, и теперь мы с настроением выполняем назначение. Капельницы ставим в ряд, и уколов целый ряд, и таблетки тут как тут, все на помощь к нам идут. Всех мы любим, принимаем. О больных не забываем. Вылечим у нас и поможем в трудный час. А теперь разрешите представить вас нам наш музыкальный подарочек от нас. Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука об руку идем с тобой. Рядом и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно все вам говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, скорее, чтоб на старе жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. А теперь мы хотим вас повеселить и частушки подарить. Аплодисменты нашим участникам.
Аплодисменты нашим девочкам. Вам счастья, любви и будьте здоровы! До новых встреч!